Камера. Камера вернем пока. Солнышко такое. Кого солнышко? Я тут, короче, прав. На-н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 а. Вчерашняя трансляция не свет. Это не сохранилась. Не сохранилась. Кто записывал? Я не знаю. Я не. Короче, не сохранилась. Трансляция не сохранилась вчерашняя. Жалко, конечно. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, Лариса. Здравствуйте. Я так. Слышу. На немножко. Потому что я хочу что сказать. Что хочу сказать? Что хочу сказать, я уже сказал. Варежки одену, скажи. То есть перчатки. Да. На-на-на-на-на. Ха-ха-ха-ха-ха. Как хорошо, как прекрасно. Ха-ха-ха-ха. Это... Привет, привет. Так, идем. Вот. А я улю. Я пойду прыгаю. Как у тебя дела, Лариса? Чем занимаешься? Я видел, что ты там у кого-то в эфире. Свое слово говорила. Лыжи, лыжи. Лыжи, лыжи. Трансляцию таки делаешь. И классно. Ой, привет, привет. Привет, друзья. Привет, подписчикам. И вообще, здравствуйте всем. 39 минут. 8. А я вышел в темнушку. Темнушку я вышел. Где лайки-то? Нету лайков. Ой, девочки, мальчики. Надо днем выходить. А я сегодня... Что я делал сегодня? Кто был в Ютубе, знает. Рассказывать не буду. Все равно кто-то что-то смотрит. Так что вот такие дела. Я без тебя. Не могу. Нога нормальная. Потихоньку иду. И она мне хорошо. Так вот. Ничего. Потихонечку вот так вот. Вот. Нормально. Ну, сегодня ничего так. День прошел нормально. Слава Богу. День прошел нормально. И вот так вот, как говорится, хочешь, не хочешь, идешь себе. О, шесть человек. Иди, иди.
Давай, быстрее. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Потихоньку, конечно. Блин, вчерашний. Жалко, конечно, что не сохранилась та трансляция. А знаешь почему? Потому что, ну, большая сильно, она и не сохранилась. Надо делать маленькие трансляции. Минут на 5, на 10. И тогда есть смысл трансляции сохранить. Вот. Я тут в ленте купил это. Вы поняли, да? Йогурт купил. Завтра что-нибудь хорошее. Что-нибудь хорошее. Короче, вот так. И что самое интересное? Что самое интересное? Блин, если показывать что-то интересное, это надо же какой-то там это, тырн-тырн, мастер-пырн, курлы-мурлы. Ты закрытый сегодня. Потому что позже вышел. Там тоже построили. Закрыто. Вот. Извините, что шуршит. Что-то у меня шуршит. Непонятно. Непонятно. Вот. Так вот. А я говорю. В шляпе сиди. Не хочу я в шляпе сидеть. Хочу. Шляпа моя уже давно известна. Зачем мне сидеть в шляпе? Я говорю, трансляция не сохранилась. Она мне в шляпе сидит. Я и так всех в бан. Баню, дам баню. Какая там шляпа может быть? Пью зато хорошо. Лариса, я ж говорю. Мне жалко трансляцию, что она не сохранилась. Если бы были люди, которые бы могли бы эту трансляцию записать, прямой эфир мой, и потом мне перекинуть, я бы, конечно, радовался. А то я далеко сидел, и она не сохранилась. Понимаешь? И она не сохранилась. Это очень жалко. И печально. Я 2 часа мозг свой теребил, чтобы что-то сделать. Да? Вон какая. Людям весело. Людям весело. Давай туда зайдем. Вот бы. Пройдемте вот тут. Тут тоже как, ну как бассейн тут вот.
Похедушку туда. Ну, смотри. Хрю-хрю. Чё, на чебурашку, чё? Есть такая. Все, пошли. Синий свет. Ой. Хурма у меня зашла. Такая классная. Фонарики, светильнички. Ой. Видишь, как хорошо. Не, вообще хорошо. Было бы здорово, вот когда человек, там, например, кто-то раз записал. Давай. Катается. Ты понимаешь, никому не интересно, где я гуляю. Я в Москве гуляю. На ДК Горького. В парке Горького. Ой, мне почему-то тут раздражает. Не знаю, почему. Аля улю. Не могу. А ну это такая красота. Днем, конечно, хорошо. Тин-тин-тин-тин-тин. Вчера Сергей 2 часа пел шансон. Какой шансон, господи, Лариса. Не шути так, люди поверят. Кому надо? Все заходят. Я ж не звезда, я не бусинка или как там. Правильно? Просто. Пырам-пырам, растопырам. Курвы-мурвы. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Ой, божечки. Божечки, божечки. Я блины сегодня пёк. Ой, это вот хорошо горело, так вот хорошо, прекрасно. Вот такой у меня круг. Круг, круг, круг. Ну это как в Израиле получается. Вот это вот, видишь? Курлы-мурлы. Красиво. Да. Ой, Лариса, Лариса, давай не будем льстить мне. Звезда. Звезда звезде. Звезда Ивановна. Ой. Это что-то это новость тоже поставили. Это вот тут я покупаю эти блинчики. Но сегодня я не буду покупать, потому что у меня мои блинчики есть. Курлы-мурлы. Да, это знаменитое мое слово. Господи. Аля улю. Фиг пойму. Да. Ты там это... Таню Сэм не видишь? Лариса, ну видишь,
Таня Сэм. Мне просто интересно. Скажите мне, пожалуйста, карета у церкви стояла. Карета у церкви стояла. Конечно, темно. А ты что думала? Я же вампир. Я же выхожу. Это что там такое? Сколько? Че золото? Не, это не золото. Че золото, че не золото? Не знаю, господи. Я же, как говорится, очень замечательный человек. Правильно? Таня всем удалила канал. Да она не может удалить, понимаешь? Она, может быть, его скрыла, канал. И нам его просто не видно. Она не может удалить. Если бы она удалила канал, было бы написано, такого канала нет. Понимаешь? Я на нее подписан был. И если бы аватарка должна была быть. А то сейчас аватарки просто нету. Когда канал удаляешь, я по себе говорю. Вот у меня один канал был, да? И, ну, там не было ничего такого. Ни видео, ничего. Это было, наверное, в 2009 году. Я его просто удалил и все. Потому что у меня не было того, чтобы было снимать. Да, и на чем снимать. У меня камеры просто не было. И компьютера так не было. Особого. А может быть она в ТикТоке? Таня Сэм. Или, может быть, другой какой-нибудь у ней, название, может быть, какое-нибудь новое. Хай бог не знает. Ой. Кто-то на дереве сидит. Не вижу ее совсем. Не вижу. А может быть, надо прорыскать руководство Ютубу, задать вопрос, удален этот канал или нет. Что я хочу сказать? Ну ты встречаешь людей из Ютуба. Ну, во-первых, тут я не вижу Самвела Дамяна, я тут его не вижу. Что Коля есть, да. Это да. Кристина есть, я на нее подписан. Да. Но она много ничего такого. На Днепровского я подписан тоже, тоже смотрю. Вот. Знаете, я вот иногда вот думаю, то есть у меня вот, если начинает вот какая-то вот депрессия, да, депрессняк начинается, я это, короче говоря, что я хочу сказать, я это все думаю, блин, сейчас нажму на кнопку и все, блин, удалю. Возьму просто на кнопку, нажму удалить контент, удалить канал, удалить все. А потом, через некоторое время, мне это в голову
мысль такая. Ты же столько лет снимал видео. Ты столько лет делал это все. Ты старался. И ты все это перечеркнешь, все это бац и удалишь. Это, понимаете, это же труд такой. Снимать видео, делать стримы, делать вот, я не знаю, все вот это вот делать. И раз в один миг ты просто берешь на кнопочку и давишь удалить. Удалить и все. И считай, 8 лет, которые ты делал, работал над этим контентом, делал, снимал что-то вот. И все, вот, то есть, я хочу сказать, и все 10 тысяч видео у тебя бац и все, и нету. Что делать тогда? Вот, у меня вот такая вот была всегда вот эта вот. Понимаете? Вот так, как-то так. Ну, встречаются люди, которые мне говорят. Там вот Танька, да? Кирова, я имею в виду. У нее сейчас другой ник. Она говорит, ну, немножко мы это... Над тобой это... Посмеялись, да? И сделали, ну, тебе гадость, да? Ну и что? И ты посмейся, говоришь. И ты, говорит, посмейся. Зачем так вот принимать близко всех это все? Так вот, я всегда тоже так говорю. Теперь сам себе говорю. Ведь люди некоторые правы. А некоторые боятся сами себя показывать. Стесняются себя показывать. Боятся что-то там. Какой голос. Какое типа лицо тырам-пырам-растыпырам. Как и тырам-пырам-растыпырам. Вот, понимаешь, вот так вот. Давай, покажем. Мил. Мил. Вот так вот. Опс. О! Сердечко. Тырым-пырым, растыпырым. Как еще? Т-т. 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 Аля-улю. Я пою. Ну да ладно, это было предисловие. Да, сердечная история. Ты моя радость усни. Вот видишь, вот так. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Не делай ты этого. Вот, снежинка, ты моя. О. Луна, луна, цветы, цветы, ты и ты, цветы, цветы. Ой, господи, время уже идет к концу. Ой, чуть не запнулся под вилка. А подожди, муж это туда пройтись еще. Пойдем еще разок. Еще разок, еще чуток. Еще чуток, еще разок. Хотя, еще разок, еще чуток. Вот. Иногда вот так вот гуляешь по этому, по парку. Делаешь это, как его называется. Ноги лечишь вот так вот. Я вот тоже вот. Ой, какая-то аватарка такая красивая. Ну прям вот это вообще. Я без тебя не могу.
Как вот так вот думать? Ой, лицо прям такое. Я без тебя не могу. Ты без меня не можешь. Тыры-тыры. Туру-туру. Тур-тур-тур-тур-тур. Тура-тура-тур. Тра-та-та. Как это? Ева. Тра-та-та-та-та. Да. Немножко поматюкается. Давно не смотрел. Я в основном что смотрю? Я смотрю и смотрю. Посмотрел, отключился. Посмотрел, отключился. Там, понимаешь, там комментарии можно. Читаешь эти комментарии, ржешь, смеешься. Это же интересно же, да? Ой, я сейчас опять это начну, порассказываю свои эти ерунду. Ну, сейчас мы это кружок вот этот сделаем. Надо мне выпустить это трансляции. Вот мне жалко, конечно, вчерашнюю трансляцию. Жалко. Такая трансляция была. И попил я, и тыры-пыры, мы с тыры-пыры. Ой. Видишь, что такое? Лом. Холодный. Мульти-пульти. Ой. Вы не бойтесь, подписывайтесь. Это не страшно. Это тебе... Не курлы-мурлы, понимаешь? Вот так вот. Я без тебя не могу. Ой, кто это? Инна, наверное, Инна. Инна, Инна, да? Аватарочка Инны. А давно тоже не заходишь, Инночка? Вот это еще... Как ее? Один канал был, короче, тоже его, это, жизнь, что-то, жизнь прекрасная, что-то там такое. Да, жизнь прекрасная называлась. И этот, короче, потерялся, этот канал. Богачева, вот это Инна Богачева, по-моему. Из Днепродзержинска, по-моему. Она это тоже не стала снимать. Канал есть, но она не снимает. Я не знаю. Я вот если занимаюсь вот этой вот. У меня даже племянник мой это подписался на меня. Понимаешь? Даже подписался. И смотрит меня. Вот. Он уже большая медведица, маленькая. Ой, это руки прям. Сейчас мы пойдем домой лучше. Я без тебя не могу. Это луна. А там свинья. Ой, господи. Прости, господи. Вон там бегает тоже чувак. И сейчас вот так вот сократим путь. Маленький путь. Долго не будем. Зачем нам много? Правильно? Ну, давай вот так вот. Сократим путь. И пойдем вот так вот. Два человека смотрят мне.
эти руки сейчас замерзли. Ой, я знаете, делаю очень много видео, конечно. Я сам в этом видео, как актер, сегодня песню пел Равикина в одной там, в этой. Вы поняли, да? Скворечник он прибитый. Ой, я без тебя не могу и не хочу. Тыры-пырым, растопырым. Ой. Да. Конечно. Это если ходить по всем эфирам, мне надо определяться. Кстати, я вчера делал эфир на этом, на Одноклассниках. Людей куча было. Смотрели кино мы. Это «Свадьба в Малиновке». Классная такая вообще была. Такое классное-классное. Посидели, посмотрели. Ну вот. Так что вот. Вот такие дела, милые. Сейчас пойдем на остановку, это уже путь. Выходила, звонили. А, ясно. Короче, вот так вот. Вот. Блин, зима пройдет, а я не покатался. То одна ерунда, то другая. Но сегодня я что хочу сказать. Сегодня у меня все хорошо. Вот. Все нормально, все прекрасно. Ой. Все притекут. Ужас просто. Ну, понимаете, и когда вот заходишь это, ой, выходишь на улицу, и это, все это текет, но никого нет. Видишь, сзади никого. Вот. Идешь так себе. И идешь. И вы в компанию идете со мной. Хотя вы там и на своей этой территории, да? А я вот тут, так вот. Ну, время уже. Ой, господи. 9:09. Вот церковь наша. Церковь светится. Мы тьма. А Сергей тут. Да, тьма. Сидеть тут, ага. Мы тьма. Тьма. Тьмущие. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ту-ру-ту-ту-ту. Там. Да. Да. Зайти в церковь. Но я уже не пойду в церковь. Я и так уже помянул мамку. Вот. Мамке уже 3 года нету. Сейчас на остановочку. Вот. Давай вот так вот пойдем. Там скользко просто. Вот по этой дороге. Най-на-най. Вот эти уже начали обрезать. Эти.
Видишь, как начали обрезать. Помню меня. Помню. Тыры-тыры. Туру-туру. Туру-туру-туру-туру-туру. Я тебя 4 года знаю. 4 года. Вот и все, мимо. Мы пришли, а там скользко, конечно. Ужасно. Скользко. Ну вот. Меня, как Санька, вот Кирова знает, уже знаешь сколько. Сколько Таньку я знаю, сколько Аньку. Ну, лет 5, максимум 5-6. Ну вот. Лет 5-6. Все, короче, едут в этот парк. Да, парк. Там ресторан. Тут вот раньше стояла фигня такая. Шурму продавали. Вон едет этот. Тыра. Рогатик. Да. Рогатик едет. На. Тыра. Ой, вы. Сейчас, подожди. Десятка. Тройка. 23-й. Там сзади еще. Ну, что-то должно быть. Привет. Кто там? На. 23-й. Троебус. Пальцы. Не делай пальцы, Лира. Будет все. Там один доклад. Десятка, по-моему. Если десятка, то хорошо. Если поедет, то... Если что, то десятка сядет. Сейчас вот так вот получается. Нету. Все в парк идут. 22-го нету. Завтра, говорят, 25 будет. Ой, что-то, как одна говорила, что-то на белом свете не то. Ой, Лариса, ты прям вот лучший зритель у меня. Вот, как говорится, стример, лучший стример. Вот меня уже... Сколько в Ютубе знают, в ТикТоке уже вот знают люди. Да, если автобус.
мне уже 13 нужно. И так не умею. Зрители. Ну. Так и говорю. Да ёлки-палки, мне это не надо. Сергей ушла, до завтра, удачи. Спасибо. Ой. До завтра. Я тоже сейчас уйду. Троллейбус придёт, и я... Это, с вами прощаюсь. Сам себе лайк поставил, Господи, прости. Да. Когда сушки три кота, высветли кота. Инкубатор. Ой, спина стала мёрзнуть. Да. Спина начала мёрзнуть, девочка. Вот так вот, понимаете. С-163. Это же я. Девочки, мальчики. На-на-на-на-на. Надо на метро сесть, да поехали, и ладно. Ладно. Рука мёрзнет, блин. Надо закрывать трансляцию. Часок я уже... Я с вами час, да. Ну ничего. Хотя бы вот этот приехал, как его? Надо мне открыть театр свой. Купить здание. И открыть театр. Кстати, как сказать правильно? Мы же, кто вещает вот это вот... Мы же вещаем, то есть вот трансляцию делаем, да? Мы же трансляцию делаем, и это, короче. Мы же как актеры, ребят. Да. Елена. Здравствуйте. Да. Елена, здравствуйте. Где же у нас троллейбус-то? На метро тоже, конечно, надо бы сесть. Пойти на метро, вот, короче говоря, и все. Вот. Где-то должен же. Так что вот. Та-та-та-ре-та. 4. Ольга, здрасте. Руки в ножны. Всё, пипец, не знаю. Ну ничего, сейчас это... Хоть до метро я не... Или в метро поехать, на метро. Дай бог мне его, не знаю. Привет. Катерина, здравствуйте. Один подписчик у вас. А вот, холодно мне. Так что вот такие дела. Это вот у нас доставка. Такая. Короче, надо идти. В метро, в тепло.
на метро там увидеть. У нас ведь я без тебя, я Тома, и я Томка, Томчик. Томчик, вы не Топ. Будете когда-то Топом, тогда будете Топом. Ой, по-моему, мне пальцы мёрзнут, господи. Где мой этот шарахнулся? Этот автобус. Че, троллейбус, автобус, прости, господи. Вот 22-й бы хорошо был. Все мимо мои. Вот я. Пойдем. 22-й.